О, привет! Привет! Заходи! Классный пес! Как зовут? Джек. А чё это он у тебя не лает? Не лает? Каждая собака обязательно должна лаять, когда кто-нибудь в дом заходит. А зачем? Ну а вдруг это вор? Ты сидишь себе спокойно, телек смотришь, ничего не боишься, а вор открыл дверь отмычкой и вошел. А этот дуралей даже не гавкнет. Да, точно. Да ты не расстраивайся, мы его сейчас в два счета научим. Значит так, Джек, сейчас я войду, а ты гав-гав, понял? Так, не понял, хорошо, попробуем по-другому. Сейчас ты гавкаешь, чтобы он понял, что делать надо. Угу. Колбаса есть? Ага. Все, Сашок, бесполезно его учить. И еды больше не осталось. Что это у вас тут? Молочное производство. А где же ферма? Рядом пасется. А молоковоз? Мчится. Успел, пока свежее. Правильно, нашей маме только свежее нужно. Свежее простоквашино – наша забота. Да, хорошо мы придумали мороженое делать. Наше молоко, наша корова, наше мороженое простоквашинское. Я только одного не пойму. Почему мороженое наше, а называется Матроскин? Вот рожок правильный. Хрустит, как сахарная косточка. И мороженое правильное, сверху шариком. Поэтому называться Матроскин, должно... Матроскин, потому что правильное мороженое должно иметь правильное имя. Матроскин. Правильное простоквашинское мороженое от компании «Альтервест». А тебе, Шарик, с именем не повезло. Подружка, я это делаю для тебя, но тебе же будет лучше. А ты чего спрятался? Ишь, хитрый какой! А ну-ка, давай, вылезай! Здравствуйте, тетя Маша. Здравствуй, Лизочка. Проходи. Нет, можно мои игрушки у вас полежат? Ну, конечно, можно. А что случилось? Мама с папой из роддома ребеночка привезли. Не знаю, что за человек. Здравствуйте, тетя Маша. Здравствуй, Лизочка. Проходи. Нет, можно мои игрушки у вас полежат? Ну, конечно, можно. А что случилось? Мама с папой из роддома ребеночка.
за человек? А тебе, шарик, с именем не повезло. Хрустит, как сахарная косточка. И мороженое правильное сверху шариком. Поэтому называться Матроскин, должно... Матроскин. Потому что правильное мороженое должно иметь правильное имя. Матроскин. Правильное простоквашинское мороженое от компании «Альтервест». Извините, а вы можете поменять мне батон? В смысле? Зачем? Я просто купил у вас батон, а он не свежий. Конечно, нет. У нас всегда хорошая и свежая вся хлебная выпечка. Мальчик, а может быть, ты этот батон не у нас купил? У вас? У меня даже чек есть. Нет. Я сказала, что менять не буду. Мягкий. Батон не свежий. Батон как батон. Мягкий. Да нет же, батон... Невеста! Это ограбление! Всем лежать! Всем быстро на пол! Лежать! Я сказал лежать! Руки! Руки подняли! Ну, кому сказал? Ну, это ограбление! Лежать! Руки! Руки подняла! Деньги в сумку! Ну, что ты стоишь? Давай быстрее! Ну! Что ты копаешься? Давай! Вот этот мяч. Деньги давай, я сказал! Что стоишь, смотришь? Ну, быстро положила! Ну, давай! Я же говорил, батон не свежий, а вы мягкий-мягкий. А все-таки правильно мы придумали мороженое делать. Наша Мурка, наше молоко, наше мороженое простоквашинское. Я одного не пойму, почему это мороженое наше, а называется матроски? А как же еще? Это же стаканчик, а не шарик. Стаканчик, шарик, главное, чтобы мороженое... правильное было. Матроскин. Настоящее простоквашинское мороженое от компании «Альтервест». А тебе, шарик, с именем не повезло.